Наверняка вы уже не раз слышали от знакомых, что структура сетевого бизнеса считается самой выгодной и эффективной, соответственно и лучшей, так как только здесь каждый человек искренне работает на результат. Я приветствую каждого, кто решил наконец-таки изменить свою жизнь в лучшую сторону и вступить в одну из самых сильнейших сетевых компаний в мире. Меня зовут Арман Тоскамбаев, я президент компании Merin Health Group. Приветствую, друзья! Меня зовут Шарипжанов Айдар. Я являюсь соучредителем компании Merin Health Group. Сейчас я хочу вам рассказать маркетинг-план компании. В компании есть 7 видов дохода. Самый первый вид – это реферальный бонус. Что такое реферал? Это участник партнерской программы, зарегистрировавшийся по моей личной рекомендации. К примеру, я приглашаю своего друга, и он становится партнером компании. После того, как он приобрел любой продукт компании, Merin Health Group автоматически не выплачивает 10% от стоимости этого продукта. Отправив своему другу ссылку всего лишь в один клик, система сама распознает, от кого пришел новый партнер. Так что больше никаких агрессивных продаж и хождений с пакетами по городу. Представим, что моя знакомая приобрела продукт за $1000. Автоматически я получаю $100 бонусов. Это и есть реферальный бонус. Продолжаем. Второй вид – бинарный бонус. Его суть заключается в том, чтобы развивать две команды одинаково успешно. Когда суммы товарооборота совпадут у обеих команд, я получу от 5 до 9% от ценового равновесия. К примеру, каждая из команд приобрела себе или продала другим целебные БАДы, очистители воздуха, косметику по $600. 5% от $600 – это $30. Их я получаю от компании. Здесь нет временного отрезка в месяцы или кварталы. Деньги я получаю ежесекундно после каждого равновесия баллов обеих команд. В случае, если одна из моих команд выполнила товарооборот в $1000, а вторая выполнила в $1200, то равновесие будет $1000. А оставшиеся $200 не сгорают и будут ждать своего равновесия. А я по традиции получу свои 5% от $1000. Это $50. Здравствуйте, меня зовут Бауржан Жакин. Я являюсь соучредителем компании Merin Health Group. Теперь пришло время поговорить о статусах наших партнеров и, конечно же, о пассивном доходе, о котором слагают легенды. Но в суть углубленно многие не вникали. Всего в нашей компании 17 статусов. Их названия вы можете прочитать в журнале. Это карьерная лестница. И с какой скоростью вы будете по ней подниматься, зависит только от вас самих. После приобретения продукции вы становитесь стажером. Для начала старта вам нужно пригласить всего лишь 4 друзей стать партнерами. И когда ваш товарооборот с малой командой достигнет $1000, вуаля, я вас поздравляю, вы получили первый статус менеджер. И в благодарность за вашу работу вы 2 месяца будете получать по $50 пассивного дохода. Пригласите еще 4 друзей стать партнерами и выполните товарооборот с малой командой в $3000. И получайте уже $100 пассивного дохода 2 месяца. После выполнения товарооборота на сумму $3000 вы закрываете статус бронзового менеджера. Выполнив объем по малой ветке $8000, вы закрываете статус VIP-бронзовый менеджер. При этом условия по выращиванию остаются прежним. Здесь вы получаете 3 месяца по $75. Осталось дело за малым. Вырасти 3 лично приглашенных партнера до уровня менеджер и принимать поздравления. Ведь теперь вы серебряный менеджер. Ваш пассивный доход никуда не уходит. И вы также получаете еще 3 месяца по $75. К 8 тысячам прибавьте еще 12 тысяч нового объема, и вы получите свой заслуженный статус VIP-серебряный менеджер, а вместе с этим целых полгода пассивного дохода по $100. Условия по выращиванию остаются таким же, как на предыдущем статусе.
Отлично, полдела сделано. По принципу этой таблицы вы доберетесь до статуса вице-президент. Единоразовый бонус за достижение статуса. Это разовая премия. И этот вид дохода подходит только для трех статусов. А именно, VIP-директор, изумрудный и рубиновый директор. Представим, что на данный момент вы директор и достигли товарооборота в малой команде $380 000. Ровно в эту же секунду на вашем счете окажется $2000 премии, и теперь вы VIP-директор. Но условием для получения премиального бонуса является обязательное закрытие предыдущего статуса. По этой схеме VIP-директор получает 2000, а рубиновый директор получает 4000, изумрудный директор получает $6000. Добрый день, с вами я, Кульсариева Айслу Галымжановна, соучредитель компании Nerin Health Group. Сейчас я расскажу вам о нескольких видах доходов и начнем со структурного бонуса. Здесь все не хитро. С каждой продажи моего лично приглашенного партнера я получаю свои проценты. Это реферальный бонус, бинар, пассивный доход. За то, что я когда-то стала партнером Nerin Health Group, купила продукцию за $100 и привела своего друга, я получаю 10% от его доходов. А теперь внимание! Если в самом начале я приобрету продукцию за $200, то в дальнейшем за каждую продажу своего лично приглашенного друга я буду получать 15%. В случае приобретения продукции за $600, то в дальнейшем за каждую продажу своего лично приглашенного друга я буду получать 20%. Представим, что мой друг, лично приглашенный партнер, заработал $5000. Соответственно, моя выручка $1000. Это и есть структурный бонус. Депозитный бонус. Все вы прекрасно знаете про систему банковского кэшбэка. Этот вид дохода – депозитный бонус. Nerin Health, по сути, есть кэшбэк. Когда я зарабатываю $100, то ко мне в раздел «Депозит» в личном кабинете поступает $10. Накопившиеся доллары в этом разделе я могу потратить на покупку новой продукции. Когда ваша команда совершает покупки с депозитных средств, то это для вас считается как новый оборот, и вы от этого получаете все доходы по маркетингу. Ну и вишенка на торте – это статусные подарки. Именно в этом разделе я расскажу вам, как получить путевку, автомобиль, недвижимость и ежемесячный доход в 2% от доли мирового товарооборота компании. Золотой менеджер, путевка за границу, платиновый менеджер, новенький iPhone, директор, путевка на двоих за границу, золотой директор, автобонус, сапфировый директор, квартира в элитном районе, бриллиантовый директор, коттедж. И, наконец, вице-президент получает 2% от мирового товарооборота компании. Я надеюсь, что это время вы провели с пользой и узнали все о видах доходов компании Nerin Health Group. Если у вас остались какие-либо вопросы, то вы всегда можете обратиться к вашим вышестоящим спонсорам. Если резюмировать все, что я рассказывал выше, то для старта в бизнесе вам достаточно всего лишь $100. И даже если у вас ничего не получится, хотя такой вариант мы и не рассматриваем, то вы улучшите свое здоровье благодаря целебным БАДам нашей компании. Но давайте надеяться на лучшее и представим, что вы станете намного успешнее всех ваших сверстников и добьетесь огромного успеха. Пока не попробуете, не узнаете. Также многие партнеры в самом начале задаются вопросом: а как совершить товарооборот на $1000? Это ведь не маленькая сумма. Во-первых, для этого и есть команда. Если в каждой команде будут по 2 человека, то 4 нужно совершить товарооборот всего лишь по $250.
Так что страшно только на словах. Рискните один раз и наслаждайтесь всю оставшуюся жизнь. Почему в самом начале ролика мы говорили, что только в сетевом каждый человек искренне работает на результат? Другого пути здесь нет. Marin Health Group недостаточно просидеть с 10 до 18.00, чтобы получить деньги. Так это не работает. Оставляйте в комментариях плюс, если хотите развиваться вместе с нами. Укрепляйте здоровье и достигайте финансового благополучия.